Как бы это ни прозвучало безумно, но есть остров, на котором коренными жителями являются обычные свинки. Да-да, вы не ослышались, там живут всеми нами любимые хрюшки. Так что если вам нравятся эти животные, присоединяйтесь к просмотру, будет интересно. Все мы стараемся отдохнуть так, чтобы это было незабываемо. Отправляясь в путешествие, выбираем самый лучший пляж и отель, подыскиваем красивое место. Багамы – это множество райских островов, где можно отлично провести отпуск, и многие туристы выбирают именно эти места, отправляясь за положительными эмоциями. Но не все знают, что на Багамах есть один необычный остров, на котором единственными жителями являются свиньи. Именно поэтому он был назван Пиг Бич, что в переводе означает «свиной пляж». Также известен под названием Пиг Айленд. Этот небольшой багамский остров находится в районе Эксума. Он имеет неправильную форму, напоминающую сапог. На данный момент остров является туристической достопримечательностью, так как многие приплывают на него, чтобы полюбоваться на одичавших домашних свинок. Животные, в свою очередь, совершенно не боятся людей, а наоборот, очень дружелюбно встречают гостей, так как знают, что им дадут вкусное лакомство. Пиг Бич стал даже популярнее многих экскурсий, предлагаемых на Багамах. Здесь можно позагорать и поплавать с удивительными хрюшками. Достоверной информации о том, как появились животные на острове, нет, но есть несколько версий. По одной версии, свиньи были оставлены моряками одного из кораблей, направляющегося через Атлантический океан, чтобы те набрали в весе и хотели их забрать на обратном пути, но корабль так и не вернулся. По другой версии, свиньи выжили после кораблекрушения, и самым сильным удалось доплыть до острова. А некоторые считают, что хрюшки были специально сюда завезены, чтобы приманить туристов. Обнаружив на острове свиней, люди стали их подкармливать. Хрюшки к этому быстро привыкли, и, увидев приближающихся к острову гостей, стали выходить к ним навстречу, с каждым разом заходя все глубже в воду. Так свинки научились плавать. Пока насчитывается несколько десятков животных, но скоро их будет больше, так как они неплохо размножаются. Ежедневно на остров отправляются толпы отдыхающих. Туристов приводит в восторг возможность покормить этих милых зверюшек, которые, увидев лодку, сами плывут навстречу, ведь они знают, что их ждут лакомства. Посетители мечтают погладить и понянчить маленьких поросят. Хотят поплавать с ними в кристально-прозрачной воде, а также сделать совместное фото. Кстати, именно с фото и началась всемирная известность этого места. В 2009 году фотограф Эрик Ченг со своей командой совершал экспедицию, но немного свернул с маршрута. Он хотел сделать снимки белой акулы, но заглянул на остров с хрюшками. Фотогеничные животные так всем понравились, что им устроили самую настоящую фотосессию. Потрясающие снимки быстро распространились по всемирной сети и вызвали небывалый ажиотаж у пользователей. На острове хороший климат. Там есть три источника с пресной водой, а туристы постоянно подкармливают местных жителей. Для свинок тут не жизнь, а сказка. Любой позавидует им. Свинки разного окраса и размера резво бегают по песчаному пляжу острова и превосходно плавают. Пассажиры судов, проплывающие рядом, нередко могут наблюдать, как розовые поросята и их уже загорелые родители нежатся под лучами солнца на песочном пляже. Если вы захотите посетить остров Пиг Бич, то обязательно возьмите с собой побольше вкусняшек для милых местных жителей.